Очень сложно решиться на этот проект. И что было очень много страхов и предрассудков. Ксения очень щепетильный, требовательный к себе и ко всем остальным человек. Только перфекционисты могут дальше в таком жанре работать и работать успешно. За этой ее уверенностью скрывается очень ранимая натура. Она очень переживает за своих учеников. Она переживает за свои выступления. Она вся расплавлена в музыке. Вся. Я человек очень открытый. Хотя внешне произвожу впечатление абсолютного неприступного человека. Несколько такое холодное, высокомерное поведение. И мне об этом многие люди говорят. Но это совершенно не так. Иногда кажется, что она боится эмоций. И для меня, как наставника, было необходимо показать всю ее страсть. Она должна с этим справиться. Что ж, друзья, талант Ксении, красоту ее голоса и удивительный диапазон мы все высоко оценили в течение сезона. Поэтому сегодня многие артисты просто отказывались выступать с ней в дуэте, боясь остаться просто-напросто в ее тени. Да. Нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы найти достойную пару для дуэта. Встречайте всемирно известный итальянский тенор Алессандро Сафина и Ксения Дежнева. Ее номер для голосования 04. Che risuonano desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti, porto per poeti che lo scrivono e che il loro senno spesso perdono, tu accogli i sospiri di chi spasima e ascoltami. Only you can hear my soul. Luna tu che conosci il tempo dell'eternità e il sentiero stretto della verità, come io luce dentro si incendiano, cuori come foglie che poi cadono, sogni fatti d'aria che svaniscono, figli della terra e figli tuoi, che sai per nascondere il dolore.
Великолепно! Ксения Дежнева и Александра Сафина. Ксения, вам слово. Ксения, несколько слов. Спасибо. Я очень счастлива. Sono tanto felice. Caro Alessandro, grazie che sei arrivato. Penso che adesso al mio posto ogni donna russa sogna di apparire. Il fatto che tu spesso vieni in Russia dimostra che hai una piccola parte di anima russa. Grazie mille. Я просто поясню, переведу. Ксения говорит, что на моем месте сейчас мечтали оказаться все женщины в России, да, правильно, Ксения? И она говорит еще о том, что Алессандро настолько часто приезжает в Россию, что у него уже есть частичка русской души. Да? Идеально. Да, вот такой поэтический перевод с не очень поэтического языка. Мы благодарим Алессандро и просим его остаться на сцене и спеть еще одну песню. А пока Уолтер Афанасьев...